уже пишешь, да? Вот, давай. С самого начала. Дальше слоника набиваем стружкой древесной. Стружка работает достаточно просто. К ней главное приноровиться. Открываем небольшой кусочек стружки. Мнем ее в руках. Сминаем в небольшой комочек. Вот в такой вот. И такими комочками мы наполняем слоника. При этом каждый комочек нужно немножечко утрамбовывать, чтобы он ложился на свое место. Продолжаем в том же духе наполнять полностью всего слоника.